Владивосток, 2 апреля 2022 года. Здесь развернулась продовольственная ярмарка. Люди уже стоят в очередь зачем-то. Чем они там стоят? Непонятно. Вот кирпичное там строение, это водонапорная башня железной дороги, станция Владивосток. Вон. Там через дорогу здание серой лошади. Дома. Что-то уже ведется реконструкция здания. Это здание там на фасаде голова быка. Вон рог видно. Подземная парковка здесь. Вот
водонапорная башня. И лавочки интересные. А что здесь за адрес? Переулок Ленинский, 1. Водонапорная башня здесь находится. И ресторан грузинской кухни Сациви. Наш Белый дом. Контрасты такие, сарай и современное здание, так скажем. Бухта Золотой Рог, Золотой мост. Здесь за адрес кирпичное здание Алеутская 10А. Кирпичное здание. Вон там морской вокзал виден. Железнодорожный вокзал. Это какая-то организация, я не знаю. А, это железная дорога. Это здание, вот это здание. Это здание железной дороги. Железнодорожный вокзал, морской вокзал.
Морской вокзал города Владивостока. Сейчас, видимо, электричка подойдет. Вон контролеры пошли. Яхта миллиардера на днях пришла в город Владивосток.
дня 3 назад на Польше кормой